Здравствуйте, снова с вами я, Лена, из студии Handwork Decor. Я сегодня вам покажу еще один рецепт домашней морилки для дерева. Что это за рецепт? Он основан на уксусе. Многие видели, много в интернете, видео о том, что как делать из стальной ваты морилку. Да, ну такая получается почти что черного цвета, вот. Но я это показывать не буду, вы можете посмотреть у других авторов, все они там одинаковые, эти рецепты, ничего в них сложного нет. А я вам хочу рассказать, что используя уксус, можно приготовить морилку разных цветов из самых обычных растений или там продуктов, которые у вас есть. Я беру сегодня три такие, ну то, что нашла, то, что есть вот в наличии, то я и взяла. Первое — это скорлупа от ореха фундук. Можно взять грецкие орехи, причем грецкие орехи более пигментацию дают, более сильную. Достала из своей вазы, кто видел экскурсию, что у меня хранятся розы, которые я храню, которые мне дарили, я их засушиваю. Значит, я взяла вот такие бордовые розы. Можно брать любые засушенные растения, яркие листья. Знаете, такие кустарники бывают с яркими листьями. Вот. И возьму вот ягодку можжевельника. Посмотрим, какой цвет она дает. Значит, уксус, что дает уксус? Уксус вытягивает цвет, консервирует вашу морилочку, то есть она не пропадает. Мы берем, надписываем баночки. Так, вот так. Я высыпаю. Пока я засыпаю, я вам скажу еще что. Что можно использовать? Можно использовать кофейные зерна. Можно использовать старый жмых от кофе. Ну, вот то, что уже сварено. Гущину эту. Но это не имеет смысла, потому что из кофе можно сварить любую морилку на воде. Дальше. Перец чили засушенный. Кроме стальной ваты, можно вообще гвозди. Можно медные монетки. Засушенная кора авокадо и зернышки дают нежный розовый цвет, такой розовый персиковый цвет. Можно брать, ну, в общем, все, что имеет какой-то цвет. Я, наверное, многоватая. Но дело в том, почему я столько насыпала, потому что вот этот орех, фундук, он не очень, скажем, такой пигментированный. Я просто хочу сделать сразу, чтобы было гущено. Да и у меня их много. Вот, я хочу попробовать и вот сделать. Так. Раскладываем листья. Я разберу, чтобы легче было уксусу. Так, на листочке разберу. Это не надо. Чем ярче сушеные листья, тем ярче будет цвет морилки. Понятно, да? Жалко мне, конечно, можжевельник. Ну, ладно. Вот, можжевельника я мало положу. Ну, и налью мало. Запасик себе оставлю. Для ароматизаторов. Так, а это, наверное, не надо. Ну, ладно. Вот розы, они... Вот сколько лет лежит, да, у нее такой аромат розовый, не как вот у масла, которое продается в магазинах, или как свежая роза, а такой старинный запах, ну, не передать. Вот как не попробуйте засушить розы, забудьте о них, а потом понюхайте. Так. Это зачем мне? А!
Сейчас мы нальем уксус. Я вот тут чуть-чуть заполню. Баночки я написала, поставила дату, когда я заполнила. На что хватило. Они, когда листочки промокнут, они сядут. Вот. Это сейчас они такие вот, много места занимают. Я вот сейчас так поболтать надо. У меня еще бутылочка есть, сейчас пойду налью. Вот. Так. Можно использовать яблочный там уксус, но имейте в виду, яблочный уксус, он же сам по себе желтый цвет дает. Тут у меня все полностью заполнено. Здесь осядут, я уже добавлю сейчас белого уксуса. Все, мы залили. И мы теперь подождем неделю. Вот, оставить в темном месте. Ну, куда-нибудь там задвинем. Все. Все, прошла неделя. Ровно неделя. Я приготовила для мусора. Так, что мы делаем? Нам надо сейчас процедить. Сейчас я через тряпочку, марлечку, ну, еще что угодно, процежу. Значит, можжевельник дал самый слабый цвет. Ну, наверное, мало его, и, возможно, надо было его растолочь. Я не растолкла. Так, обратно вылью. Вот, видите, какой цвет? Наверное, растолочь надо было. Ну, ничего, посмотрим. Смотрим фундук. Вообще практически никакого цвета нет. Да, ну как я и подозревала. У него этих перегородок-то нету, как у грецкого ореха. То есть чуть-чуть вот только вот здесь. Да, это в общем совсем слабый. Переливаю обратно. Ладно, уксус пригодится. Розы. А вот розы надо будет дать стечь. Вот. Сейчас я все это залью, и мы будем на дереве пробовать. Я все разлила, значит, я приготовила дощечки. Одна у меня будет вот для этих слабеньких. Ну, я нанесу, конечно, толку нет. Значит, я как сделаю? Смотрите, я сейчас сделаю один слой, два слоя, три слоя, чтобы видеть, насколько будет темный цвет давать. Да? И поближе посмотрим. Вот как полезные дощечки. Так, я вот здесь разделю на этот вообще на фундук вот так вот оставлю. Фундук. Так. А здесь сделаю три слоя. Так. Я взяла такую плохую кисточку, ладно? Нам же просто цвет смотреть надо. Так.
Это один слой. Это пускай сохнет. И пойдем с розой. Первый слой. Несмотря на цвет, первый дает только слабый розовый. Ну вот так я вот нанесу. Каждый слой будет высыхать. И мы с вами будем смотреть. Потом посмотрим. И завершаем. Вот такого цвета, значит, была деревяшка. То есть вот изначально у нас был вот такой цвет. Фундук немножко так сероватый. А можжевельник ближе так к коричневому. Ну вот это самый темный. Вот четвертый слой, четыре слоя. Может, для сравнения. Так, здесь же для сравнения беру. Это тоже дощечка от ящика. И я еще сделала, знаете, из оби вот эти речки продают тоже. Смотрите, первый слой чуть-чуть дает так оттенок, а со второго уже идет хорошее затемнение. На дощечке от ящика, что характерно, где-то с пятого слоя цвет не изменяется. А на фирменной дощечке, ну, в смысле, вот в работе, не на, от ящика, не вторсырье, вот, идет затемнение все-таки вот седьмой слой от, отличается от шестого. То есть вот, скажем, на такой хорошей древесине первый слой вообще ничего, второй слой нежный цвет, третий, четвертый одинаково дают, и уже пятый, шесть, семь вот дают вот такой цвет. Самый темный седьмой. Ну, больше смысла слоев уже нет класть. И я еще для эксперимента сделала, взяла вот такой кусок, у меня доска для обрезок, здесь с переводами. Вот здесь на три слоя. То есть, смотрите, вот на такой необработанной дощечке, конечно, хуже почему-то оказалось. Вот. А на дереве для уже изделий, полуфабрикаты, да, то есть фабричная вот такая вот подготовка, вот оно дает быстро. То есть вот само дерево темнее, и третий слой вот уже какого цвета. Такой сиреневый получился какой-то цвет. Вот такие результаты. То есть, может быть, если можжевельник я размолола, может быть, сильнее бы цвет был. Ну, вот и странно, фундук тоже дал такой вот оттенок дал. Так что, то, что я боялась, что бледная морилка из фундука, это ничего не значит. Ну вот, друзья, надеюсь, это видео было вам для вас полезно. Вы же творческие люди, экспериментируйте. Берите ягодки, берите растения, какие-то продукты. И мне кажется, что вот для каких-то творческих проектов, когда необходимо оставить чистое дерево, но его затонировать вот такие, в необычные цвета, вот такой рецептик вам пригодится. Подписывайтесь на мой канал, у меня интересно. Ваша Лена.